Инфраструктура безопасности. Уполномоченным по правам ребенка организована горячая линия, безопасная дорога в школу, родительский контроль. По телефону 28 13 28 детскому омбудсмену Татьяне Кианской можно сообщить о состоянии улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений. Линия уже начала свою работу, звонки будут принимать до конца сентября, в будни с 9 до 18 часов. Впрочем, в аппарате уполномоченного работают на опережение. Еще в июне был составлен план проверок дорог, прилегающих к школам. Рейды проведены в Иванове, Ивановском районе, на очереди Лежневский район. Все выявленные нарушения оперативно направляют в администрацию муниципалитетов с просьбой исправить ситуацию. Основные претензии – это отсутствие разметки на пешеходном переходе, нерегулируемом, естественно, да, или стертая. Она есть, но она уже в таком состоянии, что требует обновления. Дальше не везде оборудованы подходы к пешеходному переходу. В разрушенном состоянии некоторые искусственные неровности, то есть лежачие полицейские, они требуют или ремонта, или установки новых.